Всем привет, с вами Однорукий Борис, и у меня почему-то всегда получается начинать именно вот в этот момент, когда вот этот звук происходит, ну вы его слышали, да, уже не первый раз, вот, просто тут музыка вначале прикольная, когда входишь в игру, вот, и она таким вот звуком заканчивается. Что ж, это игра Doom 2. Дополнение под названием TNT Evolution. Вот. И мы с вами дошли до вот этого уровня. Map 07 Prison. Тюрьма. Давайте посмотрим, что тут творится, потому что у нас по карте коридор. Вот он такой темный. Я не знаю, как вам будет видно, хорошо или нет. Я после записи посмотрю и при монтаже, может быть, сделаю некоторые цвета, точнее, некоторые моменты светлее. Вот. В левом нижнем углу, где у нас броня с жизнями, мы видим строчки К, И, С, СТ, АЦ. Вот. Это значит, что К — это сколько у нас противников? 172. Уровень, видимо, будет большой и потный. Киллы это. И это items 37 вещей. Это, короче, я сейчас паузу сделал, чтобы вы услышали, какая тут музыка вообще классная. Вот, S — это секреты. 4 секрета здесь на этом уровне. Вот, а ST и AC — это я не знаю, что это такое. Поэтому, если кто знает, что значат эти аббревиатуры, сокращения, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно, да и другие зрители тоже узнают об этом. Что ж, погнали. Плазмаган! Слушайте, это у нас 7-я карта. И у нас уже плазмаган есть. На самом деле, это не просто так нам дают крутое оружие. Ой-ой-ой, уже красненький. Да какой там плазмоган, я тут сейчас вынесу его так. Я тут столько думов прошел, вы чё? Я тут уже, блин, прожженный. Так, кто? Кто в меня тут? Ой-ой-ой. Вот это, кстати, неожиданно было на самом деле. Вот это неожиданно, нельзя так. Я испугался, между прочим. Так. Так, вот здесь у нас... Ух ты, имп, блин. Так, бывает. Бывает. Человеческий фактор. Я не машина. Ой-ой-ой, тут что-то открывается. Может быть, не зря нам все-таки дали... Ух ты! Ух ты! Мне на один выстрел... А, нет, уже не на один. Видите? Ой-ой-ой, упал. Сейчас меня расстрел... Ух ты, ничего себе! Все, короче, да. Надо было сохраняться. Так, ладно, не трачу патроны. Вот с этой штуки буду сейчас.
Ты чё ко мне подошел? Да, вот на него, наверное, надо все-таки двух сволку тратить. Вот на этих лохов, короче. Так. А здесь уже нужно прям дробью. Вот. Нормально. Слушайте, тут такие компьютеры. Такая прям техника вообще. Прям хочется, знаете, просто взять там, понажимать что-то. Или взять вот так вот, бах, разломать, чтобы искры полетели, да? Короче, сохраняемся. Так, там... Не понял. А, ясно, тут, короче, вот эти вот ребята вылетели. А у меня жизни мало. Готов. Так, а вы откуда вылезли, а? А? Так, сейчас нужно быть осторожным, потому что жизни-то у меня вообще нет. Практически. А там у нас этот ходит. Вот этот видели, да, внизу? Ой-ой-ой. А, смотрите, можно было сюда вот так вот... Так, тихо. Прячемся сначала, потом сохраняемся. Окей. Готов. Где-то имп еще был. Вот он. Хорошо, я их... Ой-ой-ой. Кстати, бензопила тоже хорошее оружие. Так, ракетницы тут не надо размахивать. Я надеюсь, это же вот эти вот, которые отсюда вышли. О, там и жизни, слушайте. Эть. Так, окей. Только... А, вот, отлично. Интересно, она поднимается, нет? О, она и поднимается, супер. Только я это... Никуда спрыгнуть с нее не смогу. Так, это я где? О! Так, ну-ка. Вот с этой стороны тоже надо бы... Проверить, может быть, зачистить что-нибудь. Патроны, например, собрать. Так, сохраниться тут надо. Это точно. А что я сделал? Берсерк. Так, по-моему, я отсюда зашел. Начал, точнее. Так, ну-ка, сюда заходим. Фига. Ага, понял. Музыка тут, конечно, нормальная.
Я надеюсь, вам ее слышно. Ай-яй-яй, блин, что ж такое? Падаю. Прямо вот не могу. А, вот, смотрите. Так, я не знаю, куда нас приведет этот портал. Поэтому на всякий случай берем плазму. А, нет, можно и без плазмы было. Сейчас мы со всеми справимся так. Так, ну-ка. Эть. А, пулеметчик. Вот его надо. Все. Готов. Там еще вдали ходят ребята. Вон они. Так, там этот. Ух ты, ё-моё. Хорош. Вот. Так, расстреляно. Очень здорово. Так, тут больше ничего нет. Такого интересного. Вот тех ребят я теперь буду. Все, там скелета уже нет. На этого другана мы потратим вот эти вот патроны. Да ладно. Как же классно иногда снайперить. Ракетами. Хоть и не всегда получается попасть. Попаду? Да. Ладно, хорошо. Сохраняюсь еще раз, несмотря на то, что я ракеты потратил, и у меня их всего лишь две. Кто-то там орал сильно. А, я вижу, кто орал. Так, как и демон. Ой, вас там двое. Не понял. А ты откуда? Экономим патроны. Вот все ради вот этих вот ребят. Да ладно. Хорошо, один готов. Ух, все, убил вообще все патроны у себя. Но это, наверное, будет даже интереснее, да? Ой, патрончики, здрасте. Так, дробовик. Хорош, хорош. Сохраняемся.
что это расточительство на самом деле. Ой-ой-ой. Так, запилим сейчас. Нет, не запилили. А давайте-ка я вот... Вот здесь вот. Ух ты, нифига себе. Ой-ой-ой. Вот это вот я узнаю, дунец. Запилили. Хорош. Ой, патроны. Слушайте, классно. Прям вот, знаете, конечно, я хвастаться не хочу никогда, но хоть тут все и на соплях было сейчас с патронами, да, все равно как-то спокойно я себя чувствовал. А, вот, смотрите. Что-то включил. Что-то, видим. А, вот сюда можно. Хорошо. А, о, смотрите, нифига. Ай-яй-яй, чуть не упал. Так, 200 жизни. Дофига защиты. Это очень даже неплохо. Так, ну вот сюда я пришел, и чего? Так, по трупам ходим. Не из-за неуважения, но чтобы патроны подобрать. Так, а что если вот... Ясно, эта штука телепортирует постоянно в одно и то же место. А, вот смотрите, вот здесь у нас. Ребят. Не понял, как вы отсюда телепортируетесь. Готов. А, видимо, они куда-то туда бегут, да? Так, а давайте я попробую. А, нет, подождите, сначала рано пробовать, на самом деле. Что-то какие-то слабые скелетоны, вот эти вот. Мне казалось, что они намного сильнее. Так. Я считаю, что лучше упасть прямо сюда. Быстренько все тут подобрать. Вот там что-то еще торчит. Патроны.
Ага, это нас сюда привело. Так, сейчас мы побегаем пока тут. По лаве, который, между прочим, пол. Ну, я, по крайней мере, чуть-чуть ему жизни снял. Ой-ой-ой, что-то опять притормаживает чуть-чуть игра. Такое бывает. Так, здесь я все подобрал. Там, по-моему, еще где-то остался. Опа. Так, понятно. Короче, где-то костюм еще один остался. Я, правда, не помню где. Но я точно помню, что он там был где-то. А, вон он. Вот там где-то. Это хорошо, потому что мне все равно надо будет сюда спускаться как-то. Вот. И я на всякий случай для этого костюм и оставил. Так, окей. Так как мы видели красную дверь, значит, нам нужен красный ключ. А где его искать? Опа-на. Так. Видите? Ай-яй-яй, чуть не перепрыгнул. Смотрите, я в кого-то телепортировался, кстати. Так, ну это как это начальная это самая локация, из которой я начал. И я пока никак не соображу. Как тут что? Все у нас завязано на красном ключе. И он в виде черепа должен быть, насколько я понял. Прыжок. Идь. Да, давайте я вокруг этой штуки пробегусь. Мало ли тут что интересного есть. Не, только вот этот портал, который нас ведет в начальную локацию. А, вот там уже, смотрите, кто-то бегает. Давайте его укокошим. Чтобы он нам в дальнейшем не мешался никак. Окей, ладно. Телепортируемся сюда, значит, проходим еще раз вот этот лабиринтик. Возможно, здесь что-то такое есть секретное, да? Может быть, я чего-то и не заметил. Да ладно. Так, здесь ничего нет, здесь тупик. Вон туда бы попасть, где вот эта зеленая штука, кругляшок. Так, здесь у нас аптечка. Здесь деревья страшные. Так, это от ракеты. А, пятно. Так, вот там вот, видите, штука. Из нее рычат, короче. Так, ну, на самом деле, я что-то тут очень даже растерялся, получается.
Так, я не помню, я сюда поднимался вроде или нет? Да, я тут был. Только если по карте смотреть, то я был там, где вот этот оранжевый квадратик. Ну-ка. Хорошо. Идем, значит, обратно. Армор подобрал. Ага. Да, вот эти тут два трупа, которые я расстреливал. Вообще не представляю, куда идти. Давайте я тут сохранюсь. Да. Хотя можем посмотреть на задний план. Горы какие-то тут, да? Заросшие деревом. Деревьями, лесом. Или что это такое? Похоже, да. То есть вот, вот эта вот обычная гора. Вот там сзади тоже. А вот эта вот прям гора близкая с лесом. Прикольно. Конечно, текстурки старые, но выглядят сейчас очень даже неплохо. Это уже по привычке. Хотя... Хотя, я знаете, что думаю, может быть, так, немножко завис. Так, давайте прыгну вот так. Так, тут я был. Так, тут, видать, тоже. Просто тут столько этих самых. Ой-ой-ой, тут заканчивается этот. Да, все, закончился. Костюм. Мне вот кажется, что все-таки надо... как-то... телепортироваться? Так, ну вот этот телепорт, он со всех сторон, короче... он со всех сторон... телепортирует только в одно место. Может... Ха! Смотрите! Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Так. Что-то мне это не нравится вообще. Сейчас конец будет мне.
Окей, я понял. Я понял, куда нужно и телепортироваться мне. Так. Так, нет, не сюда. Вот это вот, конечно... Да. Вот. Так, давайте я сохраняюсь здесь. Вот это вот я... Да. Вот это дум, я понимаю. Так, осторожненько сейчас все это делаем. Так, давайте, давайте тут тоже теперь сохранюсь. Так, вот этих вот ребят достреливаем быстро. Так, опа. Ого. Я все-таки смог преодолеть. Вот это вот. Окей. Так, у меня даже жизни много осталось. Удивительно. Просто удивительно. Ага, я понял. Опа. Ага, вот. Так, хорошо. Придется бегать. Так. Так. Теперь куда? Сюда. Вот, красный ключ. Отлично. Конечно, цвета вот эти зеленые, немножко противные. Вот. Так, у меня ракеты есть все-таки. Сейчас.
Сейчас я ракетой его долбану, короче. О, наконец-то нормальные цвета сейчас будут. Так, ладно, хорошо. Я сейчас похожу здесь. Может быть. Так, здесь лучше дробадан взять. А вон и Экзит. Отлично. Так, давайте сохранимся опять. И продолжаем. Эйц. Я вот даже не знаю, стоят ли вот эти вот ракеты жизней. Так, ладно. Готов. А как же туда попасть-то? Неужели... А, смотрите, там... Как-то может быть как-то сюда запрыгнуть. Хотя тут, смотрите, так, что-то тут на самом деле вот здесь вот есть. Опа, отлично. Ладно, хорошо. А, по крайней мере, у нас тут есть теперь одежда крутая, которая позволяет нам во всякой вот этой фигне ходить определенное время. Так. А, смотрите. Одинокий. Допрыгнул. Да ладно. Слушайте, все, прошел. Два секрета нашел, ничего себе. Что ж, вот такая вот статистика у нас. 93 кило. 3/4 предметов собрал и половину секретов. Вот. Что ж, это была миссия Prison, точнее уровень так назывался. Металл теперь мы будем проходить. Во! Но на самом деле мы будем проходить этот уровень не сейчас. Давайте мы сохранимся. Вот, ой, музыка. Музыка-то какая пошла.
прям реально под название уровня подходит. Так вот, это была игра Doom 2, дополнение под названием Evolution. Вот, проходил этот уровень вам однорукий Борис. Ставьте лайк, если вам понравилось, вступайте в группу, подписывайтесь на канал, ссылка в группу, кстати, ВКонтакте в описании. Всем огромное спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи и всем пока.